Привет, друзья и гости канала, с вами Виктор. Я запускаю марафон «Карвинг из овощей». Это первый выпуск. Как говорится, дальше будет. Буду вырезать декоративную нарезку, фигурки из всех возможных овощей. Нам понадобятся следующие инструменты, которые будем использовать для карвинга. И также понадобится подсоленная вода комнатной температуры. И вода очень холодная, со льдом. Эту воду нужно хранить в холодильнике. Всю необходимую информацию оставлю в описании под видео. Если возникнут вопросы, пишите. Вот что мы научимся делать в этом видео. Данные композиции мне нравятся. Их можно использовать для украшения блюд, чтобы порадовать детей и украшать праздничный стол. Также можно в качестве развлечения вместе с детьми вырезать и делать такую интересную композицию. Приятного просмотра, поехали!